Квадрат разрезан на 35 квадратов размером 1 на 1 и еще на 1 квадрат. Какого именно размера этот еще 1 квадрат? 1 на 1. 6 на 6 будет большой. Отлично. А еще 17. Слушайте, хорошая мысль. А ведь действительно 17, да? Хорошо, 17. А здесь они идут. У них здесь вот 17 штук. Здесь 1 квадратик, да? И здесь тоже 17. То есть 35 маленьких квадратиков и один большой. Отлично. А вот теперь вопрос. А еще вариант.